Tod stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie. Genau wie diese dreckigen Schweine. Was gefunden? Nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Russisches Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen. Was ist das? Дмитрий? Черно, прикончи этих крыс. Ты снова обвел смерть вокруг пальца. Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин. Чернов, я не слышу выстрел. Нет необходимости, сержант. Они истекают кровью, и мы выжим. В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Поджечь пшеницу. Они не уйдут. Огонь! Мы должны стрелять им в спину! Спину! Живот! Голову! Куда ходить? Только прикончить. Видишь, как все изменилось, приятель? Теперь это их территория, их народ и их кровь. Бей им! Бей, как поганых крыс! Притесняй их! Конечно! Воду! Тихо, после этого награда я доверяюсь. Налево или направо? Убирайся! Стреляй из панцерджрека! Стреляй из гранатомета! Стреляй из панцерджрека!
ждать, пока они подотожат всех! Еще танки! Я смотрю, меткость у тебя до сих пор на высоте. Ты мог бы многому у него научиться, Чернов. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем! Черт, еще один танк! Стреляй из панцершрека! Многому у него научиться, Чернов. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем! Черт, еще один танк! Миты, разрыви! Стреляй из панцершрека!
Сержант Резнов, вам, похоже, нравится их убивать. Я видел, как мои друзья умирают передо мной от руки этого паразита. Эти сволочи и не такое заслужили. Тим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Это заслужил. Чернов, ты нет, пойдешь пешком. Мы очистим эту территорию, мы сможем насладиться великой победой. Разнеси эти чертовы башни! Используй панцершрек! Найдите снаряды! Снести все вышки! Это немецкий грузовик! Дмитрий, взорви его, пока они не заняли позицию! Come on!
Мы захватили аэродром, но под контролем противника все еще находится большая часть острова. Сеть вражеских окопов и артиллерийских позиций покрывает весь этот остров. Вражеские позиции хорошо укреплены. Придется нам замарать руки. Огнеметы. Мы их выкинем. Минометы сейчас раздолбают наши танки! Нам надо зачистить эти траншеи и разобраться со всеми минометными окопами! Подготовить огнемет! Ложись! На том холме пулемет! Он косит наших ребят! Поставить дымовую завесу! А то он нас в лоскуты порвет! Ложись! Пехота! Снова!
Остался еще один окоп! Как держать? Минометы противника нейтрализованы. Танки уже в пути. Танки на подходе! Передай по радио. Мы зачистили позиции минометов. Хорошая работа. Наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их, и пилели у нас. Тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте.
то все, тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорно эти ублюдки. Готовьтесь! Они сейчас сразу прикрывайте друг друга. Японская пехота! Лезь на упавшие! Уничтожить танк!
Держаться рядом с танком! Прячьтесь за него! Эй, парни! Всем быть на чеку! Идите за ним противника! Держитесь позади танка! Сообщи майору Гибсону, артиллерия на позиции полностью уничтожена. Да, сэр. Мы потеряли множество отважных бойцов, но их жертва не была напрасной. Наши танковые части представляют собой такую стальную силу, которая без труда сокрушит фашистские войска. Сегодня мы станем свидетелями падения Зиела, а также всех глупцов, что посмеют встать на нашем пути. Отважные солдаты 3-й ударной армии, товарищи! Сегодня мы прорываем германскую линию обороны! Прорвитесь к железнодорожной станции!
Ленинка, юго-восток. Шарик на него, приземли. Фабио, прыгни, прямо. Thank you.
Поворачивай вправо! Улыбается нам. Я убил. Когда мы дойдем до Берлина, немцы узнают, что за зверя они разбудили. Среди пуль, крови и смерти я узнал, что мой старый друг еще жив. Дмитрий Петренко. Я видел, как этот человек раз за разом обманывал смерть во время осады Сталинграда. И пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Мы все гордимся им. Красная армия захватила Зиеловские высоты. Путь к Берлину открыт. С каждым днем
все глубже, мы прорубаемся на территорию врага. С каждым днем их страх и отчаяние усиливаются. Когда мы дойдем до Берлина, им уже негде будет спрятаться. К нам лицом, трус. Thank you.
здесь отовсюду несет ужасом и безумием. Только безумцы могут надеяться нас победить. Вперед! Продолжайте! Дмитрий, хватай дробовик! Будем сражаться на короткой дистанции. Сюда, наверх! Кто-нибудь слышите? Нет. Это-то и подозрительно. Всем быть начеку. Стиснули черные.